Дорогие друзья, здравствуйте, с вами «Футбольное обозрение», я Евгений Монархович. Сегодня мы в Минске, где в пятом туре, в рамках чемпионата страны «Наша Славия». Мы встречаемся с командой «Ислач». Матч с Ислачью, проходивший на стадионе футбольного клуба «Мин», собрал под свои знамена немного зрителей. Кажется, их было около 200 человек, но зато это были верные поклонники прекрасной игры футбола, а среди них неповторимые болельщики футбольного клуба «Славия Музырь». Стараюсь в Минске не пропускать вообще матчи, особенно если «Славия» наша выступает. Ну и сегодня такой соперник, довольно-таки не из легких, симпатичная команда «Ислач». Поэтому будет тяжелая, трудная игра, но я надеюсь на то, что хороший результат должен быть. Насколько важно было в этой игре нашей команде победить, что позволяло ей занять одно из высших мест в турнирной таблице первенства, доказав свою силу и притязание в 30-м чемпионате Республики Беларусь по футболу? Ну, я как любитель футбола хочу сказать, что старт вообще очень достойный. И показательная игра будет не сегодня вообще, а ответная с Батэ. И хотелось бы, чтобы уже все-таки Михаил Михайлович Мартинович, тренер такой, его все хвалят довольно-таки, считают, что он перспективный. Хотелось бы, чтобы «Славия» даже этим составом в кубок, в финал пробилась, чтобы попробовала даже выступить в предварительном этапе Лиги Европы. Вот это было бы красиво. А там дальше будет видно. Если Игорь Анатольевич сейчас проживает в Минске, и ему для поддержки родной мозырской команды в поединке с Ислачью требуется преодолеть маршрут в городской черте, то наши следующие собеседники из столицы Полесья отправились вслед за своей родной и любимой «Славией Музырь». От сегодняшнего поединка жду зрелищной, яркой игры, а заставило приехать очень просто. Отпуск, выходной день, нормальная погода и любовь к футболу, поэтому я здесь сегодня. Для меня это команда как бы своего города, значит, что-то кусочек нашего, родного. И хожу на стадион очень давно, еще со времен НПКЦ. Всегда болею за НПКЦ, за «Славию», всегда поддерживаю. Действительно, родная команда футбол в целом объединяет людей, побуждает приходить на стадион даже в непростые, в том числе и для спорта, времена. Футбол для меня – это все. Я болею с 1973 года за белорусский футбол. Ну, как бы я личным болельщиком являюсь Антона Сороки, а болею за весь белорусский футбол. Несомненно, Сергей Николаевич знает обоих участников предстоящего матча, и у него, нашего собеседника, есть свое мнение о каждой из команд и их главных тренерах. Ну, Виталий Леонидович, он как сам по себе, его называют в белорусских кругах белорусский Мауриньо, а Мартинович называют белорусский Рафа Бенитес. Поэтому я думаю, сегодня будет игра до гола. Приятно, что болельщики высоко ценят как наставника Ислача Виталия Нидовича Жуковского, так и нашего главного тренера Михаила Алексеевича Мартиновича, приписывая им качество корифеев футбольного тренерского цеха. Но все же скажем, что каждый из наставников – это яркая, самодостаточная личность со своим игровым почерком и болельщиками, некоторые из которых, полюбив клуб, благодаря их тренерам, сами стали неотъемлемой частью клуба, в данном случае футбольного клуба «Ислач». Клуб для меня все, потому что полжизни я провел в Михановичах, где был организован этот клуб в 2007 году. Через меня прошли многие люди с этого клуба, в частности Виталий Леонидович Жуковский, Игорь Зюлев, который тоже входит в состав тренерского штаба, Дмитрий Молош, который сейчас входит в состав тренерского штаба Батэ. Вот, когда-то у них преподавал историю. Вот, по совместительству труды, поэтому сама вот такая ситуация заставила меня переживать за этот клуб, и я не пропускаю ни один матч. И на выезды, когда я нахожусь в Беларуси, потому что часто я бываю за рубежом в Германии, даем там концерты, вот, но когда я в Беларуси, я всегда поддерживаю клуб. Валерий Викторович – виртуоз кнопочного аккордеона, хотя чаще этот инструмент у нас именуют баяном. И можно ли надеяться, что Калантай вместе со своей любимой командой Минского района «Ислач» приедет в Музырь и порадует столицу Полесья своей неповторимой игрой? Вы правильно сказали, кнопочный аккордеон, значит, немного разбираетесь в музыке. Я еще не смотрел, когда мы будем играть в «Славии» по календарю. Но, опять же, если я буду находиться в Беларуси, я обязательно приеду в Музырь. Кстати, я там еще не был и не знаком с болельщиками Музыря. Я буду очень рад с ними познакомиться. Вообще, хочу сказать, что «Славия» же была чемпионом Беларуси как-то, да? Вот, я это помню, это я знаю, поэтому респект этой команде за то, что она уже добилась таких высот. И я думаю, мы будем поддерживать свои клубы вместе и
Желать им только позитива, а на поле пусть победит сильнейший. На поле тем временем команды выстроились, и после необходимого церемониала матч начался. Да, скажем, что днем ранее встречались дублеры, и, к нашему сожалению, молодая команда «Славии Мозырь» уступила со счета 0-3, после чего она занимает 14 место в своем турнире. Но вся борьба только впереди, причем главная задача дубля – подготовка игроков для профессиональной дружины, которая на матч с Ислачью 18 апреля вышла в следующем составе. Капитан Михаил Барановский, Егор Потапов, Францис Нарх, ему в день матча исполнилось 26 лет, с чем мы его и поздравляем. Александр Котляров, Игорь Костров, Илья Васильевич, Владислав Жук, Игорь Томанюк, Владислав Малькевич, Александр Аевский и Валерий Сенько. С начала встречи на поле пошла борьба за инициативу и за право открыть счет в этом важном поединке. Первое это могла сделать наша команда, когда на рандеву с вратарем Ислачи отправился Илья Васильевич, но боковой арбитр поднял руку с флажком, что означало офсайд или положение вне игры у нашего 14-го номера. Ислач на право хозяев поля тоже не могла остаться в стороне от голевых угроз. И заметим, что несмотря на активную поддержку небольшой группы верных болельщиков команды хозяев поля, торсида футбольного клуба «Славия Мозырь» царила в тот день на стадионе. Наши болельщики в большом для гостевого поединка численном составе прибыли в Минск, и на протяжении всей игры они, верные рыцари футбола, как могли старались вдохновить своих любимцев. Хорош, впрочем, как и всегда, был наш капитан и голкипер Михаил Барановский, четко действовавший во всех аспектах вратарской деятельности, в том числе и в зачинании атак. Вот только жаль, что перспективные комбинации не имели своего логического завершения, и Ислач разгадывала на том или ином этапе замысла команды в красно-черной форме. На 15-й минуте первого тайма случилась первая желтая карточка. Она была показана гвинеевскому легионеру Ислачи Маму Янсене. Кажется, по делу. Наши футболисты порой радовали зрителей дриблингом, когда-то непременным, а сейчас редким и очень красивым элементом футбола. Случались и ошибки, которые могли стать роковыми, но, к счастью, подстраховка в «Славии Мозырь» действовала, и в данном случае Игорь Потапов выручил партнера, который ошибся с адресатом передачи. К сожалению, атаки мозырян из перспективной позиции порой откатывались назад, что не способствовало остроте ситуации, но тут следует отметить и Ислач, игравшую самоотверженно. Были со стороны подопечных Михаила Алексеевича Мартиновича дальние, точные, но не очень сильные удары. А здесь уже фол, за который Сергей Концевой получил желтую карточку, тоже бесспорную. Здесь Ислач могла по-другому занести имя своего игрока в протокол встречи. 34-я минута, и снова предупреждение Ислача, и на сей раз так был оценен борцовский прием Павла Рыбака. Здесь Александр Котляров в стремлении замкнуть передачу Ильи Васильевича сам, вместо мяча, влетел в ворота соперника. Этот момент возник уже около наших ворот. А этот эпизод мог стать самым ярким в первом тайме, но передачу отлично сыгравшего Ильи Васильевича не использовал в должной мере Александр Котляров. Мяч после его удара в ворота Ислачи не попал. И тут же под занавес тайма следующий момент, тоже претендент на главную звезду первой половины игры. Многоопытный Николай Януш вышел к воротам, но тут еще один сторожил белорусского футбола Михаил Барановский ликвидировал угрозу. А после Владислав Малькевич страховал своего голкипера. Последующий главный удар не привел к изменению в счете. Под занавес тайма желтую карточку получил наставник Ислачи Виталий Нидыш Жуковский за слишком эмоциональную, что ли, критику своих футболистов. Тут в очередной раз мячом надежно владел Михаил Барановский. Через некоторое время это сделал его визави Егор Хаткевич и свисток рефери, подытоживший этот интересный, хотя и безголевой тайм 0-0. В перерыве, пока команды отдыхали и корректировали свои действия, настраиваясь на второй тайм, мы взяли интервью у наших болельщиков. Сегодня приехали люди, которые не боятся ничего, которые свою команду поддержат в любое время года, в любое время суток, в любое погодные условия, там дождь, там торнадо, они всегда поедут за командой. Они ее очень сильно любят, как бы это наша стихия, мы любим Славию как самого себя, как бы это все наше. Настоящие рыцари футбола, надежда и опора «Славии Мозырь». Каким им, болельщикам красно-черных, показался первый тайм? И какие надежды питали представители мозырской торсиды относительно второй половины игры? Мне кажется, взаимозаменяемость на высшем уровне. Игра по первому тайму была равная, жесткая, где-то бескомпромиссная борьба, но игра равная. Моменты были как у одной команды, так и у другой. Думаю, что мы во втором тайме, если продолжим гнуть свою линию, будем ближе к успеху, чем хозяева из Минска. Второй тайм обе команды начали в первоначальных составах. Характер встречи не изменился. И важно было, кто же первым забьет гол в данном упорном поединке. Та команда, которая выходила вперед, имела бы значительное преимущество. Это понимали все. Посему так волнителен был каждый эпизод, который мог привести то Славии Мозырь, то Ислач к голу. На 52-й минуте получил предупреждение и наш игрок Игорь Костров за задержку соперника и срыв перспективной атаки. 58-я минута принесла первую замену в нашей команде. Вместо Ильи Васильевича на поле вышел Никита Мельников, которому изрядно досталось в прошлой игре с Рухом, когда Никита
Юрий Панти, другие. Футболисты получили травмы, но не слишком серьезные. А вот Андрей Чухлей пропустит несколько матчей ввиду серьезного повреждения. И как в поединке с Ислачью не хватало одного из лидеров Славии Мозер с его техникой, задиристостью, способностью изменить вектор развития матча. Время шло, а на табло сохранялись первоначальные нули. До той поры, пока одна из затяжных атак Ислачи не превратилась волей судей в пенальти, который наши игроки встретили возмущение, можно сказать, непонимаемой ситуации. Ведь как можно понять из жеста, во-первых, капитан команды хозяев поля Дмитрий Комаровский подыгрывал себе рукой. Во-вторых, упал он, по нашему мнению, без помощи 13-го номера Славии Мозыря Игоря Кострова. Но судья был неумолим. И в наших передачах мы умышленно не называем именно судей. Резонно считает, что чем выше класс судей, тем менее заметен на поле. Авансцена для игроков и тренеров. Однако некоторые арбитры, по всей видимости, так не считают, к большому сожалению. Пенальти ничтожество сумнявшийся взялся исполнять Дмитрий Комаровский, видимо, считая, что имела его команда право на 11-метровый штрафной удар. Капитан Ислачи забил гол, открыв счет в этой встрече. Видимо, не всегда справедливость торжествует. Так посчитали на 63-й минуте болельщики мозырской футбольной дружины, которая бросилась отыгрываться, стремясь во что бы то ни стало провести ответный мяч в ворота соперника. Вот одна из попыток после исполнения нашей команды штрафного удара, но неудачно. Еще один штрафной и тоже безрезультатно. Далее был еще угловой удар, но он дивидендов в виде гола нашей команде не принес. На 66-й минуте в составе нашей команды состоялась вторая замена. Вместо Валерия Синько на поле вышел Глеб Шевченко. Это очередная атака Славии Мозырь, завершившаяся падением в штрафной площади Ислачи Никиты Мельникова. Но на сей раз свисток судьи промолчал. Стандартные ситуации продолжали иметь место быть, но никак Славии Мозырь не удалось сравнять счет. А как известно, не забиваешь ты, забивают тебе. Угловой удар в исполнении Дмитрия Комаровского и Николай Януш буквально вколачивает мяч в сетку ворот Михаила Барановского, который всячески пытался этому воспрепятствовать, но на сей раз не получилось. 2-0 и шансы команды хозяев поля на победу велики. В чести Славии Мозырь она не опустила руки. После этого нокдауна и в одном из эпизодов игры наша атака преобразовалась в угловой удар. Его пошел подавать Владислав Малькевич. Подача в штрафную площадь Ислачи, там Игорь Костров сбрасывает мяч под удар Францису Нарху, и именинник наносит разящий удар по воротам, который немного корректирует футболист команды хозяев поля. Счет сокращается до минимума. 1-2, и у нашей команды появился шанс на спасение. Этого оказалось уже проигранного Славии Мозырь матча. Но, как известно, полесские футболисты никогда не сдаются. Концовка встречи прошла в беспрерывных попытках подопечных Михаила Алексеевича Мартиновича сравнять счет. 78-я минута и первая замена у Ислачи. Вместо Александра Макася на поле вышел Евгений Краснов. И через 2 с небольшим минуты после этой замены наша команда могла сравнять счет в этом матче. Однако удар головой Франциса Нарха был отражен вратарем Ислачи. К радости местных поклонников футбола и разочарованию болельщиков Славии Мозырь. И, конечно же, самого Франциса Нарха, который в день своего рождения мог сделать дубль. Наша команда атаковала, чувствуя, как уходит время. Для команды соперника, напротив, время тянулось, и порой Ислачь прибегала к маленьким футбольным хитростям, которые разгадывал судья. И порой удостоил хозяев поля порицания. Например, на 83-й минуте Егор Хаткевич был наказан желтой карточкой. Финальный свисток приближался, и как хотелось мозырянам привести в родной город хотя бы ничью. 88-я минута и последняя замена в матче, с поля ушел Николай Януш, а в игру вступил Александр Холодинский. Отметим, что обе команды в матче использовали только по 2 замены, оставив одну возможную рокировку в резерве, что нечасто увидишь в матчах высокого класса. Последнюю минуту встречи выделим удар Никиты Мельникова, не совсем точный, скажем так. Это момент, когда мастерство и опыт Егора Хаткевича помешали поперечному пасу Глеба Шевченко дойти до адресата, который готовился наносить разящий удар по воротам соперника. Уже в добавленное время желтый свет увидел перед собой Никита Мельников. И как ни старались наши футболисты и тренеры, их усилий не хватило, чтобы спасти этот захватывающий, такой напряженный матч, который оставил после себя вопросы к судейской бригаде, чьи действия не раз и не два вызывали недоумение у представителей футбольного клуба «Славия Мозырь», болельщиков, игроков, наставников. Да, особо комментировать нечего. Мне игра нашей команды понравилась, в принципе. Я говорю, может быть, мы не доиграли на победу, но поражение мы точно в данном поединке не заслужили. Поэтому обидно. Обидно именно из-за того, какое это поражение было. То есть, так, я доволен своими ребятами. Они выполняли ту установку, которую мы давали до конца. И не опускали руки, как говорится. Поэтому обидно. Действительно ли гол, подобно тому, что был забит в этой игре с пенальти, выбивает игроков из колеи, который считает, что пенальти этот, скажем так, спорный? Или гол как гол несколько меняет рисунок матча для команды, которая этот гол пропускает? Ну, наверное, первое. Потому что как забивается гол? Как забивается, ну, то есть, как трактуется это нарушение? Поэтому, говорю, ничего не предвещало беды. В принципе, да, если создавала моменты, я не спорю, там, в принципе, мы создавали хорошие моменты. Но такой неоднозначный момент, то есть там фол в середине поля сначала, где нету свистка, и оборотка, и сразу 11-метровый. Возможно, там Костров валил, хотя, как мне ребята сказали, там Комаровский подогрел себе рукой перед, во время приема мяча.
Ну, ставят пенальти. Пора уже, наверное, привыкать просто. Сколько пенальти наши ворота уже поставлены за любые нарушения, там, не понятно. Далее по традиции черед главного тренера команды «Хозяев поля», в данном случае футбольного клуба, Ислач. Рады победе. После двух поражений всегда игры такие, они нервные. Чтобы победить, надо много отдать сил, эмоций. К счастью, получилось. Понимали, с кем соперником играем. Очень здорово на старте чемпионата выглядит соперник. Обыграл и Брест, два раза Батэ. Это о чем-то, наверное, большом говорит, в хорошей форме. Молодые ребята много есть. Динамичные, всегда идут в обводку, не боятся. Но нам сегодня очень нужна была победа. И видно, что особенно во втором тайме, когда забили, нервозность такая присутствовала, что как будто это, наверное, финальная игра какая-то. Но, в принципе, рады победе. Ну и рулят, стандарты рулят опять в чемпионате очень многое. И, к сожалению, мы не забиваем. У нас две было в один мы вылетали, чистые выходы, и мы не забиваем. Ну, благо, хотя бы стандартов забили там. По пенальти я, честно говоря, не видел, там, что за момент спорный. Я так понимаю, что спорный был. Ну и угловой. Ну и сказать, что второй, и мы пропустили опять со стандарта, это просто какой-то ужас. Причем, что мы играли всегда зонно, сейчас перешли зонно персонально и опять пропустили. Еще надо работать, у нас команда фактурная, и все равно пропускаем очень много со стандартов. У меня впервые в высшей лиге такое за 5 лет, чтобы на начальной стадии, как говорится, чемпионата было столько стандартных положений. Вообще во многих играх очень многое решает стандартное положение. В прошлой игре мы забили там, да, две команды 4 гола, из них тоже стандарта 4. В этом 3 гола и все со стандарта. Так что, ну, опять же, нервная игра, но Славе пожелаю удачи в кубке. Все-таки у них есть шанс в Еврокубке, так что, ну, может, им чуть больше там повезет. У Ислача небольшой, но очень активный отряд болельщиков, который наверняка вдохновляет команду и ее главного тренера. Ну, у вас тоже небольшой, но веселый. Слышал свой адрес. Хорошие слова. Ждут меня, я там слышал, ждут уже в Мозыре. Приедешь, мы тебе покажем. Не, молодцы ребята, особенно. Если сказать о своих, конечно, у нас есть свой шарм, да, такая своя обстановка, если еще, которая она будет узнаваемая. Как бы, как и в разных городах, ну, мы довольны своими болельщиками. Много сейчас разговоров, конечно, уже БНС, наверное, кому-то приедается, да, но для нас самое главное, что он нас поддерживает, мы чувствуем эту музыку, и все знают, что наш болельщик здесь, и, в принципе, многие вокруг его собираются, и, ну, очень здорово, хоть небольшая, как говорится, болельщическая группа у нас, но хорошо сегодня болели, поддерживали, благодарен им. Еще один вопрос Виталию Леонидовичу об особенностях судейства в новом сезоне. Нет ли опасения, что футбол станет игрой для нижних, что ли? Знаете, тут такая ситуация, что футболисты, они очень чутко это воспринимают, они понимают это, и они начинают этим пользоваться. Мне не очень понравилось, я скажу, что, допустим, ну, у нас фол на Януше, там, условно, да, ему 35 лет, уважаемый человек, он упал, да, спокойно, без визгов и так далее. Ну, допустим, у соперника были парни по 20 лет, там, да, падают с таким визгом, там ничего нету, и сразу показывается желтая карточка. И дело не в том, что там претензию там хочется судьям, просто что это будет как болезнь, она будет развиваться, она развивается, и мы все перейдем на то, что будет в любой момент кричать и валяться. Но это не есть правильно, и как бы мне это очень не нравится, я просто могу высказать свое субъективное мнение. Хотелось бы, чтобы этого просто было меньше. Посмотрите, сколько удалений, да, там, пенальти, там, ну, я уже, если честно, пока привыкнешь, очень, ну, непросто. Получаешь, сколько мы, наверное, 6 карточек, да, получили сегодня, я не знаю, за матч, но это
это очень много, конечно. И причем, что игра, ну, я сегодня никакой вообще не было жесткости там, да. Ну, не было там ни одной стычки там. Ну, вообще была игра, ну, по 6 карточек за матч, ну, допустим, одним мы только. Ну, это вообще, ну, я не многовато. Ну, и во второй вопрос, наверное, надо, это ж карточки, они ж не сгорают, как говорится, а люди пропускают. И это надо еще, наверное, дополнительно 2-3 человека брать в команду, потому что, ну, сейчас пойдет 8-й, там, 7-й тур, и уже пойдут очень много пропускают футболисты. А так было, опять же, хочется поблагодарить своих футболистов за хорошую работу и, в принципе, победили очень сильно соперников. А карточка вам из солидарности или? Нет, ну, карточка, я этим хотел повлиять на исход встречи, я не делал замечания. Мне не дали желтую карточку за замечание в адрес судьи, это было замечание эмоционально в адрес своих футболистов, потому что мы выиграем стандарт, но не можем, как говорится, дальше не агрессивно играем. Так что она была, в принципе, по делу, здесь очень мало болельщиков, слышимость все-таки, меня это не красит, но... Я хотел повлиять на своих футболистов, и я думаю, что я на них повлиял в лучшую сторону, если мы выиграли. Кроме этого матча, 5-й тур 30-го чемпионата страны принес следующие результаты. Энергетик БГУ – Городи 0-1, Динамо Минск – Неман 2-0, Белшина – Смолевичи 1-1, Шахтер – Слуцк 1-2, Рух – Минск 1-0. С таким же счетом завершился матч между Витебском и Динамо Брест, Батэ – Торпедо Белас 0-0. Турнирная таблица после 6-й части чемпионата страны выглядит так. Впереди три команды, имеющие по 10 очков – Слуцк, Торпедо Белас и Витебск. Далее Энергетик БГУ, Ислыч, Городи, у них 9 очков. Ну а после команды, на счету которых 7 защитных баллов, в том числе и наша Славия. Мозырь. Уже на этой неделе 6-й тур в пятницу 24 мая. Смолевичи – Динамо Минск. Неман – Гродно – Энергетик – БГУ Минск. 25 апреля в субботу встречаются Городея – Батэ, Динамо Брест – Шахтер. Днем позже – Слуцк – Белшина, Торпедо Белас – Рух, Ислыч – Витебск. И, наконец, главный для нас матч 6-го тура пройдет в Мозыре в субботу 25 апреля на стадионе «Юность». Начало этой игры в 3 часа дня. Славия Мозырь принимает Минск. Днем ранее в пятницу на стадионе «Спартак» в это же время в 15 часов встречаются дублеры. Обязательно приходите на футбол. Ну что ж, дорогие друзья, к сожалению, поражение, но наша команда старалась, билась, не опускала руки даже после двух пропущенных мячей. И верим, что в следующей игре она обязательно победит, но только с вашей помощью. Уважаемые болельщики, обязательно приходите на футбол и поддержите Славию Мозырь. На сегодня это все. С вами было футбольное обозрение. Евгений Монархович и Вячеслав Приписнов. До свидания.